Привет, друзья! Меня зовут Юлия Рябинина, и именно я создала этот канал. Тогда я работала руководителем медицинских проектов на телевидении и размещала на Ютубе забавное видео о здоровье, о медицине, которое по тем или иным причинам не могло оказаться на телеке. Потом я ушла с телека, основала свою компанию, и времени на канал у меня совсем не осталось. А, и теперь у меня вновь появилось желание и возможности делать для вас интересные видео, но теперь уже на другую тему. Канал называется ⁇ Эконом класс ⁇ я его переименовала, и здесь я буду рассказывать о своих путешествиях и о разумном потреблении, о том, где взять деньги на путешествия и на другие удовольствия в жизни. Очень надеюсь, что вам понравится мой новый канал, и вы со мной останетесь. Все мы любим путешествовать. Но почему мы делаем это не так часто, как хотелось бы? Ответ очевиден. Не хватает денег. А вот уже около 10 лет я самостоятельно путешествую и активно путешествую по России и миру. А в среднем в год я делаю где-то от 6 до 9 вылазок в разные интересные места. При этом я не дочь, не жена и не любовница олигарха, я не крутая бизнесвумен и неизвестная медиаперсона. Я обычный индивидуальный предприниматель, который по заказам спутниковых каналов делает документальные фильмы и телевизионные программы. При этом я нормально питаюсь, хожу в спортзал, регулярно 2-3 раза в месяц делаю ресторан-культурные вылазки в центр Москвы, покупаю качественную одежду. У меня есть небольшая двухкомнатная квартира, машина ей уже около 9 лет скоро будет. Я одна воспитываю дочку и помогаю своему папе, которому недавно исполнился 91 год. При этом мне хватает денег на путешествия. Откуда деньги, спросите вы? Я просто научилась ими грамотно распоряжаться. И причем речь идет не об экономии, а экономия, она предполагает, это слово предполагает какой-то отказ от удовольствий, а ущемления в качестве жизни. Все-таки речь идет о разумном потреблении. А на своем канале я буду рассказывать о двух взаимосвязанных вещах о путешествиях и разумном распоряжении личными финансами. Одно без другого невозможно, если вы не супер богатый человек. Я очень надеюсь, что мой личный опыт вам будет полезен. Впрочем, и ваш опыт мне тоже очень нужен. Поэтому делитесь своими советами, знаниями, опытом, опять же. Давайте поможем друг другу жить с удовольствием, путешествовать, но за разумные деньги.